Дня Победы прошло уже 75 лет. Это как целая человеческая жизнь. Все меньше остается ветеранов. Многие из них были детьми. Что они могли увидеть, понять? Многое. О чем могут рассказать? О многом. Саркисова Жанна Ганесовна родилась в городе Баку в 1937 году. Какая у вас была семья? В семье? Ну, в семье у нас было много. Четверо детей, бабушка, папа с мамой. В общем, получается 6-7 человек. Расскажите, как вы жили в годы войны? Какие у вас были? В годы войны, ну, в общем, жили вот так. Я плохо помню, потому что, ну, была маленькая, сколько, в 37-м году, в 40-м году. Ну, главное, боялась очень, когда летели самолеты. Очень боялась. Пряталась под кровать, потому что, ну, слышала, что бомбят, но Баку не бомбили. Потому что там охраняли ее. Скажите, а кто из вашей семьи воевал? В нашей семье воевал брат мой родной. Дядя со стороны мамы и со стороны отца. Но они все вернулись. До Берлина дошли? До Берлина дошел. Это дядя дошел. Он присылал открытки. Но, к сожалению, я эти открытки как-то не сохранила. Он с каждого города, куда они ходили, освобождали, он присылал нам открытки. В 44-м году пошла в школу и помню очень эти завтраки, которые нам давали. Ой, как нам не хватало этих завтраков. Мы так радовались этим завтракам. День Победы. Кто плакал, кто радовался. А мы ждали брата, а он аж приехал в 47-м году. Он закончил школу в 40-м году, его забрали на войну сразу. И в 47-м году он вернулся, закончил институт московский, стоматологический. Потом работал врачом. Нынешнее поколение знает о войне только по рассказам. Я прошу вас, не забывайте о героях, которые подарили нам мирное небо над головой.